Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» объявляется открытым. Это будет легендарно. Вперед! Это фестиваль со своим лицом, сибирским, очень мужественным и собранным. И главное, очень концентрированно знающим, что он хочет дать городу, что он хочет дать детям. Здесь очень понравилось, здесь очень красиво. Мы побывали на смотровой площадке, там, где царь рыба, на самой высокой точке Красноярска, в музее Астафьева, еще в музее, в двух кинотеатрах, и тут безумно красиво, это просто фантастически. Пролетели эти дни очень быстро, стремительно и, как всегда, очень насыщенно и интересно, да, и много очень впечатлений, очень много знакомств, разговоров интересных, да, и таких фестиваль — это всегда замечательный такой повод для новых встреч и знакомств. И вот здесь все случилось, все сложилось. Нам выразило доверие 26 стран мира, 180 участников. Жюри заседало более 3 часов и отметило высочайший уровень работ. Поэтому выражаю огромную признательность всем участникам, которые подали работы. Очень трудно, чрезвычайно трудно было выбрать как раз лучшие работы. Чрезвычайно трудно, не хватало призов. Мы наверняка на следующий фестиваль расширим даже номинации, потому что в нашем фестивале представлены профессионально все жанры кино: игровое, документальное, анимация, короткий, полный метр и специальная номинация для детей – мобильное кино. Не бойтесь проявлять свои таланты в любой сфере. Пишите сценарии, снимайте на камеру, используйте мобильный телефон для самого лучшего вашего кино. И всегда будьте героями для ваших родных, друзей и для себя. До скорой встречи на следующем международном фестивале детских и юношеских фильмов «Герой».